Под действием силы 10 ньютонов пружина удлинилась на 0,5 сантиметра, чему равна жесткость пружины. Для начала запишем данную. Сила F равна 10 ньютонов. Удлинение пружины дельта X равняется 0,5 сантиметра. Перейдем в систему Си в метры. Это 0,005 метра. Найти жесткость пружины. Какая пружина, неизвестно. Сделаем схематический рисунок. Напишем закон Гука. Сила упругости равняется произведению жесткости пружины на удлинение. Эту формулу нужно знать. Сила упругости равна силе, которая действует на пружину, на силу F. Сила упругости по закону Гука равняется жесткость пружины, умноженная на удлинение пружины. Тогда из этих двух пунктов следует, что F равняется жесткость пружины на удлинение, на дельта X. Выразим отсюда жесткость пружины, K. Тогда жесткость пружины будет равняться сила F, деленная на удлинение, на дельта X. Подставим сюда наше значение, найдем результат. Сила равна 10 ньютонов, удлинение пружины 0,005 метра. Посчитав, получаем 2000 ньютон на метр. Запишем ответ. Жесткость пружины равна 2000 ньютон на метр. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.